Сегодня в торговые центры Чебоксар вновь поступили сообщения о минировании зданий. По неофициальной информации, и на этот раз анонимные письма пришли на электронную почту. Сообщение о заминировании получили 10 торговых центров столицы, включая самые крупные – Мадагаскар, Шупашкар, Мегамол, МТВ-центр, Детский мир, торговый центр Меридиан и Волжский. Все посетители и обслуживающий персонал торговых точек были эвакуированы. После проверки зданий центры заработали в обычном режиме. 13 мая в организациях и учреждениях Чувашской республики сотрудниками полиции во взаимодействии со специалистами Росгвардии проведены проверки по сообщениям о подозрительных предметах. Устройств, представляющих опасность, не обнаружено. В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников, разославших данные сообщения.